одном из своих прошлых видео, посвященных взаимоотношениям между мужчиной и женщиной, я говорил о том, как можно развить свою женственность, выслушивая, не перебивая то, что говорит ваш мужчина, и таким образом поспособствовать развитию его мужественности. Сегодня речь пойдет еще об одном аспекте мужественности и женственности. Речь пойдет об ответственности. Одной из частых проблемных ситуаций в семье, во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, является отказ мужчины принимать решения и брать на себя ответственность. Мужчина перестает работать, ложится на диван и начинает плевать в потолок. Женщина смотрит на него укоризненно и сокрушается за то, что она доверила себя, свою семью, такому безответственному мужчине. Она жалеет о том, что вступила в эти отношения. И в этот момент многие женщины совершают ошибку. Они начинают брать на себя ответственность, они начинают принимать семейные решения. И таким образом они становятся более мужественными, потому что именно процесс принятия решений, способность брать на себя ответственность, развивает в человеке качество мужественности. Давайте посмотрим, к чему это приводит. Когда мужчина, уклонившийся от принятия решений и отказавшийся брать на себя ответственность, видит, что его женщина сама начинает делать все то, что следовало бы делать ему, он еще больше расслабляется и становится все более женственным, в то время как женщина становится все более мужественной, потому что она начинает принимать семейные решения. Она начинает нести за все в семье ответственность. Она становится фактически главой семьи. Она становится все более мужественной. И по закону равновесия ее мужчина становится все более женственной. Он становится неудачником. Он становится подкаблучником и тряпкой. Он все больше разочаровывает свою женщину. И женщина все больше сокрушается по поводу того, какой плохой мужчина ей достался. И все это создает очень много возможностей для семейных конфликтов, ссор, и, конечно же, никого это не радует. Но тем не менее, чем больше женщина склонна вести политику жесткого управленца, тем больше она усугубляет происходящее в семье. Как же это можно исправить? Все в ваших руках. Если вы решите развивать в себе женственность, то вы увидите, как ваш мужчина становится более мужественным. Как это приложить к данной ситуации? Откажитесь принимать решения. Откажитесь брать на себя ответственность за семейные решения. Предоставьте это мужчине. Позвольте ему как можно больше и как можно чаще принимать решения. Позвольте ему нести ответственность за благополучие семьи. Станьте смиренно ждать. Не нужно идти на 3 работы, зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. Это только усугубит имеющееся положение вещей. Скажите своему мужчине: «Я полностью доверяю наше благополучие в твои руки. Я доверяю твоему мужеству и твоей мудрости. Я знаю, что как ты решишь, так и будет. Если ты решил не зарабатывать денег, хорошо, мы вместе будем голодать столько, сколько ты сочтешь нужным». И начните ждать. Пройдет день, другой, третий. Но в один прекрасный момент до мужчины дойдет, что если он не начнет принимать решения, если он не возьмет ответственность за свою семью в свои руки, то все просто умрут с голода, и он в том числе. И тогда он встанет с дивана, пойдет, найдет работу и начнет зарабатывать.
И в этот момент вы увидите, как чудесным образом преобразуется ваша семья. Когда мужчина начинает принимать решения, когда он берет на себя ответственность и становится главой семьи, он приобретает все больше атрибутов мужественности, а вы становитесь все более женственной. Вы выполняете свою функцию, он выполняет свою функцию. Нету дисбаланса, нет дисгармонии. В семье воцаряется благоденствие, гармония и счастье. И все в ваших руках. Начните концентрироваться на том, чтобы стать более женственной. И вы увидите, как ваш мужчина по закону равновесия становится более мужественным. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно и полезно для вас, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. Я желаю вам мудрости. Увидимся в новых видео.